Каким был уходящий год? Непростым и нелегким. За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много событий. Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, неудачи научили не опускать руки. Радует то, что бюджет города позволил самоуправлению значительно расширить социальные льготы, поддержать не только малоимущих, но и все семьи с детьми школьного возраста, всех пенсионеров. Я имею в виду решение Думы о бесплатном питании детей с 1 по 8 классы, о бесплатном проезде в общественном транспорте пенсионеров, начиная с 70 лет, а также и другие социальные программы. Главным для нас по-прежнему остается развитие экономического потенциала Даугавпилса. Завершены, наконец, сложные проекты по реконструкции ряда улиц. Причем удалось переломить тенденцию, когда конкурсы на строительство проходили с удержанием объектов. Город сэкономил около 700 тысяч евро, и эти деньги израсходованы на дополнительные ремонты. Удалось удачно закончить проект по развитию трамвайного сообщения. Новые трамваи стали уже привычными. Сделан еще один большой шаг вперед в развитии крепости. В итоге число туристов возросло почти на 15%. Многое сделано для благоустройства зон отдыха. Приведены в порядок водоемы. Реновация школ закончена. Теперь подходит к концу проект по реконструкции и утеплению детских садов. Добрым словом, вспоминая старый год, с надеждой мы смотрим в год новый. В 2015 году Даугавпилс отметит свое 740-летие. Так что это будет юбилейный год. Уже сейчас идет работа над новыми проектами. Городу нужен еще один виадук через железную дорогу. И он будет построен. Мы планируем создать красивую набережную и сделать берег реки местом для отдыха горожан. Будет закончена трасса в Стропах, где будет отличное место для активного отдыха. Планов много, и я верю, что они будут реализованы. Потому что у нас в городе живут талантливые и энергичные люди. Спасибо им всем за добросовестный труд, за патриотизм, за веру в будущее. Желаю каждому успехов в новых делах, направленных на благо семьи, города и нашей страны. Счастья, здоровья, семейного благополучия всем горожанам!